своей жизни. Вы любите Невский район? А как же, это мой родной Невский район. Здесь я провел детство, здесь юношество, первая любовь. И, может быть, даже последнее тут найду. А что вам особенно здесь дорого? Ну, вообще, пространство, по которому бегал ногами, где-то ползал животом. Ну, то есть, не новые дома, конечно, а то, что я застал, когда был мальчиком. Они, по-моему, эти дома были все-таки построены из расчета человека, из расчета такого живого пространства. А когда сейчас нагромождают, то и зелени тут трудно расти, и детям, наверное. А мне кажется, в большом доме удобнее жить. Может быть, функционально удобнее, с точки зрения там мусоропровода, там, скажем, где-то рядом автобусная остановка. А с точки зрения уже такой духовной или мальчишеской жизни, уже неинтересно. Ну, мальчишеская жизнь у вас в каком году закончилась? Сколько вам было лет? Ну, когда уже я ушел в училище, наверное. А у нас такое впечатление у ваших студентов, что она у вас до сих пор не закончилась. Ну, это неплохо, наверное. Но на самом деле все имеет свой срок. Вот такой трагической ноты нам не надо. Нет, а срок какой? Что мы дождемся автобуса, сядем, поедем на ветру.